Такой сегодня чудесный день выдался. И вот захотелось мне все-таки снять для вас видео. Это набережные Челны, Татарстан. Сейчас я стою в 18-м комплексе. Дорогу сейчас перейду, и будет 19-й комплекс. Вот это вот впереди 19-й комплекс. Все там новые дома. Так, это у нас строительная организация. Вот тут какой-то магазинчик. Шашлык, шаурма, ювелирчик. Ну, это временно. Думаю, что его скоро уберут. Такой красивый дом рядом. И вот это вот безобразие, я думаю, скоро уберут. Но это пока стройка идет. А потом... Это по моим прогнозам. Летом я по этой дороге не ездила. Почему? Потому что 26 номер автобуса у нас не ходил. И там строили мост через речку Медикеску. Сейчас постараюсь до этого моста дойти. И посмотрите, сколько выросло домов за лето. Я имею в виду вот по правую сторону. По левую там уже были 19, 20, 21 микрорайон. Они разделяются остановками. А вот этих домов не было. И прям как на дрожжах. Дома уже заселенные. Туда дальше коттеджи. Это Красные Челны называются. Вон их сколько много. И впереди тоже, если дойдем до туда, тоже сниму, покажу. Все-таки я решила уйти с этого проспекта Фоменко. Хочу пойти дворами. Поближе будет до моста, я думаю, так. И заодно снять вот эти коттеджи. Из красного кирпича, поэтому называются Красные Челны. Коттеджи такие. Какая прекрасная здесь площадка детская. А туда дальше я смотрю, баскетбольная площадка. Огорожено все. Все по уму. Так, с той стороны мы идем. Этот дом у нас видно, но только с обратной стороны. А сейчас с этой, со двора. Все-таки не хочется мне пройти мимо этой детской площадки. Посмотрите, какая красивая. Жаль, что сейчас не лето, а то можно было бы покататься. Байчик. Посмотрите, все для детей. Какая красота. С этой стороны тоже. Баскетбольное можно, и футбольное можно. Поле, смотрите, какое.
этой стороны столько многоустроенных высотных домов. Это коттеджный поселок. Что хочу сказать, что солнце светит, но не греет. Руки, борт не послушны. У меня есть друзья. И вот я хочу показать, какие у нас классные дома здесь. Посмотрите, может быть, переедете, и мы будем рядышком. Это детский сад. Посмотрите, какой хорошенький. Я думала, что это школа. Нет, это детский сад. А школа вот она рядышком. Тоже в этом году только начала функционировать. Вот какая классная школа. Большущий такой двор у нее. С той стороны, если получится, потом я сниму. Солнышко светит. Не знаю, получится или нет. А это вот дорога и школа. Ой, солнце прям. Не знаю почему, но вот эта дорога здесь закрыта. Но я хочу пройти, конечно, я же не машина. Я просто срезаю дорогу, чтобы мне поближе к мосту. Голубая ель. Прелесть. Хочу вот эту большую ель снять. Огромная. И вот с этой стороны тоже. А это вон там высотный дом. С той стороны я иду. Я здесь никогда не была, хотя рядом живу, а никогда не была. Здесь так классно. В самом начале видео я сказала поселок Красные Челны. А вот здесь я вижу написано Замеликесье. Поселок Замеликесье и улица. Поэтому не могу сказать точно, это Красные Челны или уже Замеликесье. Красные Челны-то там по проспекту Мира. Через мост проезжаешь. Не через этот, к которому мы идем, а другой. Посмотрите, сколько у нас яблочек. Ой. А это ведь Россия, Татарстан. Посмотрите, посмотрите, и здесь тоже. А там листья облетели, а яблочки еще висят. Вот так вот. Хоть и не Краснодарский край, но у нас тоже есть чем похвалиться. Вот куда я пришла. Но это со временем тоже застроится. Здесь таких дебрей не будет. Вон оттуда я иду.
Но это я иду только от этого кирпичика, где дорога закрыта. До этого я повернула туда. А впереди школа. Тоже проезда нет написано. Дороги есть, проезда нет. Ну, с одной стороны, хорошо. Кто живет в этих домах, прелесть. В общем, вон там он машины ходит. Туда, вон туда мне нужно пройти. А потом сверну направо к мосту. Вот тоже огорожено уже, чей-то участочек видно будет. С этой стороны только-только начинается строиться. С этой-то вон их уже много. Хотела отсюда пройти, а потом думаю, нет, пойду-ка я вон туда, по этой дороге. Машина проехала. Так, назад поворачиваюсь. Вот откуда я иду. Вот какими я тропками. Вон туда пойдем. Ну, думаю, нам немножечко осталось. Вот эту церковь я всегда видела издалека. Но никогда я здесь не была. И вот сейчас я до нее дошла. И мы уже почти подходим к мосту. Посмотрите. Вот по левую сторону коттеджи уже есть. А по правую нет. А может быть, здесь так и останется вот это вот. Роща березовых. Много берез. Березовая роща или какая она. Может, она и останется. Эта дорога уже с городом соединяет. Дорога идет на мост как раз и соединяет набережную поселок Замерикесье с поселком ГЭС. Вот сюда я вышла. Вот он, этот мост. Раньше такой был мостик, прям малюхонький, А сейчас сделали вообще обалденный мост. Прелесть. Первый раз я сейчас по нему буду идти. А иду я вон с той стороны. Хочу сказать, мост сделали классный, обалденный мост. Спасибо огромное всем тем, кто был задействован в строительстве этого моста. Но минус тот, что у нас автобус 26-й ходит, я не знаю как. Но он не ходит по, как сказать, по графику. Он ходит так, как кому-то вздумается. Так он и ходит. И люди стоят, стоят на остановке. И приходится идти, садиться или на трамвай, или на маршрутку. И ехать с пересадкой до дома. Очень проблемно добраться с ГЭСа до Замерикесья и очень проблемно добраться до 18-го, даже не до 18-го,
а до Зяби. Ну да, 18, 17, 19, вот эти комплексы страдают. Можно сказать, даже и 14, и 15, эти комплексы страдают от того, что 26 автобус у нас не ходит так, как надо. Вот это вот минус. А плюс огромный, что вот этот вот мост у нас появился. И вот эта вот речушка за Меликесина, Меликеска называется, она впадает в речку Каму. Туда дальше, вон в ту сторону река Кама. И там есть мост. Тот мост я вам снимала на видео уже. На этом, я думаю, закончить мой ролик. И пойду сейчас по своим делам. А то и так он большой получился. Вот она, речка Меликеска. Малёхонькая. И поэтому называется этот район у нас за Меликесье. Вот, за речкой Меликеской. Это вот поселок ГЭС. Там тоже поселок ГЭС. А вот это вот уже за Меликесье.